Здравствуйте. Сайт opticmall.ru представляет обзор солнцезащитных клипов марки Silhouette, предназначенных для одевания на оправу и для придания оправе вида солнцезащитных очков. Это новинка, они появились только в 2015 году в таком воплощении. Раньше клипы Silhouette повторяли полностью демонстрационную линзу или линзу в очках, то есть были маленькие, и смотрелись на лице не очень здорово. В этом году они сделали их по типу и образу солнцезащитных очков. Например, вот этот клип номер 101, он повторяет форму авиатора. И есть, например, такой вот классической прямоугольной формы. Они бывают двух цветов, как бы коричневые, как вы видите, с зеркальным небольшим эффектом снаружи, и черного цвета с серебристой зеркалкой. Зеркалка в данном случае служит для того, чтобы не было видно на просвет демонстрационных линз или линз от очков. Как это работает? Клип одевается сверху на переносицу. У него есть такие лапки здесь внутри, которые крепятся на переносице. Выглядит это вот так. То есть мы подносим, защелкиваем. И вот у нас получились солнечные очки, которые сбоку практически выглядят как солнечные. И спереди. А изнутри это вот такая вот конструкция, то есть оправа, через которую вы смотрите. А снаружи солнцезащитный клип с поляризацией, который защищает вас от солнца. Снимается он достаточно легко, вы просто тянете вверх, и он вот так вот отсоединяется. Соответственно, в случае с такой формой, повторяем те же самые движения, одеваем, получаем авиатор. Вот он сбоку, практически не видно линз на вас. И снаружи это под определенным углом просвечивает немножко линзочка, но в принципе на солнце этого не будет видно. И изнутри опять же вот такая вот форма. Данный клип очень удобен, потому что вы экономите на солнцезащитных линзах отдельно, если вам нужно носить. Он поставляется отдельно в своем футляре, в нем есть салфетка и инструкция, как одевать, как снимать, как протирать. Приобрести и померить данные клипы вы можете у нас в магазине. Сайт opticmall.ru. Спасибо.